больше остальных. Сегодня именно тот день, когда сойдутся лучшие из лучших и станет известен победитель Лиги Чемпионов. Георгий Черданцев и Константин Генич приветствуют вас на финале лучшего клубного турнира Европы. Всего один матч отделяет нас от окончания этого сезона, но матч этот самый важный. Это Боруссия Дортмунд против Манчестер Сити. И вот настал этот день, настал момент, который так ждали во всем мире, к которому так упорно шли 32 команды, но две хотели сыграть здесь больше других. Финал Лиги Чемпионов, главный футбольный матч этого сезона на ваших экранах. Столько раз уже оступался Манчестер Сити на пути к финалу Лиги Чемпионов, что видеть их здесь как-то даже неожиданно. Теперь им ничего не остается, кроме как победить. Не упускать же такую возможность. Дортмундская Боруссия вышла на поле в следующем составе. В защите Аканжи сыграет с Хумельсом. Брандт начнет с Тарганом Азаром на флангах в полузащите. Сможет ли один нападающий создать проблемы обороне? Но для этого ему придется много-много сегодня перемещаться. Манчестер Сити с первых минут выпустил на поле такой состав. В воротах Эдерсон. В защите Рубен Диас играет с Америком Лапортом. Бернардо с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. Мы видим по расстановке игроков, что сегодня команда играет с одним ярко выраженным нападающим. Тренер решил максимально насытить центр поля. И полузащитники будут помогать единственному нападающему. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Плохо с мячом обошелся Марко Ройс. Кевин Де Брюйне увидел вариант для передачи, но выполнил плохо. Фоден. Жезус. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Бернардо. Есть удар, но слишком неточно. Тут все под контролем. Вратарь просто проводил мяч глазами. Зафиксировал судья нарушение, штраф отложил, а теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, ну а кто-то, наоборот, справедливым. Марко Ройс. Брандт. Они снова с мячом. Пас перехвачен. Фоден. Жезус. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Бернардо. Есть удар, но слишком неточно. Тут все под контролем. Вратарь просто проводил мяч глазами. Зафиксировал судья нарушение, штраф отложил, а теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, ну а кто-то, наоборот, справедливым. Марко Ройс.
Брандт. Они снова с мячом, пас перехвачен.